Как добрались, товарищ полковник? Что это за шум? Слышите? Какого черта? Круг! Быстро! Мыслишка. Давай-ка забирайся на крышу лифта. Попробуем отцепить противовес лифта. Давай.
Давай, упырья жало, давай! Вуаля! Мне говорили, пойдешь в армию, будет весело. Держись покрепче, будет трясти. Продолжаем подъем.
На связи, Мельник, Мельник. Стреляй, Артем! Артем, Мельник, прием! Вот черт! Ульман, как слышите? Меня ранили. Будете на связи с Артемом. Прием. Вас понял, полковник. Прием. Лазерное наведение нам. Кусты. Тебе. Отцы наверх. Чем выше, тем лучше. И установить систему наведения там. Давай, парень. Теперь все в твоих руках. Артем, сигнал отличный. Продержись еще минуту, и мы их накроем. Мы остановим тебя. Нельзя позволить ему. Мы уничтожим его.
пришел истребить нас. Нельзя позволить ему. Захват цели завершен. Артем, вылетело! Принимайте посылочку! Какой-то мудрец сказал: «Тот, кто воюет из любви к своим близким, повергнет врагов своих. Я вступил в эту войну ради моих родных и ради моих друзей. Я защищал свой единственный дом – метро. И мы победили».